Война свела их вместе на безымянной высоте. Так вы и есть снайпер? Чемпион СССР по стрельбе? Так точно. На моем счету 25 убитых фашистов. Из них 6 снайперов, 4 пулеметчика. И каждый готов отдать жизнь за друга. Потому что по-другому нельзя. Не получается. Здравия желаю, товарищи бойцы! Смирно! Че ты ржешь, солдат? Че ты ржешь? Так! Построилась рота! Смирно! Равняйся! Что за внешний вид? Куда ты лопату тащишь? Прожал, товарищ генерал! Орел! Молодец! А где есть дружба и любовь, преданность земле и родине, там враг не пройдет. Не промахнулся. Он не промахивается, если сам того не хочет. Специально. Понимаете? Товарищ полковник. Вот так так. Ладно. Разведку боем этой высоты разрешаю. Высота 89. 12 июля в 22:00 на телеканале «Самара ГИС».